Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поделиться с вами моим мнением, отзывом о данном креме, который я приобрела в магазине Летуаль. Это фирма Yummy Skin Care, карамельный пудинг. Данный крем идет ночной для лица. Можете прочитать здесь что-либо о нем. Ночной восстанавливающий. Какое-то, знаете, такое у меня мнение о нем сложилось. В общем, наносила я его на очищенное лицо на ночь, наносила небольшое количество данного крема, вот, и потом ложилась спать, оставляла на лице. Девчонки, но, во-первых, когда вы только нанесете этот крем на лицо, то будет такое ощущение, будто у вас какой-то жирный блин лежит, вот серьезно, это ни с чем не сравнимое ощущение. Затем, когда я проснулась утром и пошла умываться, я была в таком вообще шоке, потому что этот крем, он никуда не делся. Вот он у меня как лежал на лице этой вот жирной пленкой, так он и остался. Более того, когда вы начинаете умываться, этот крем у вас смывается с лица, появляются какие-то жирные вот эти вот разводы, его тяжело смыть. В общем, я не знаю, вот такое вот у меня мнение, крем вообще не понравился, он абсолютно не впитывается. Если у вас был такой крем или вы же им пользуетесь сейчас, напишите свое мнение, как он вам, быть может, как-то неправильно его использую или я не знаю. Ну, в общем, если у вас этот крем был, то посоветуйте мне, дайте рекомендацию, что мне с ним делать, потому что, ну, скорее всего, я его кому-то отдам не потому, что я считаю, что он плохой, а просто потому, что, возможно, он мне не подошел, а другому человеку он подойдет. Я им, в принципе, только один раз воспользовалась. Вот, и, не знаю, такое вот мнение. Он, знаете, такой вот, как желешка. Я, к сожалению, вам сейчас не могу показать его консистенцию, но вот такой вот. Найдет. Вот. Такой вот продукт. В общем, скажите ваше мнение, что вы вообще по этому поводу думаете. И огромное вам спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки. Мне очень приятно, что вы мне все пишете, поддерживаете, подписываетесь. Я вам всем очень благодарна и буду также радовать вас новыми видео. Всем спасибо за просмотр, хорошего вам настроения и всем пока-пока.